Всем привет! В нашем мире очень много разнообразных бутс, красивых и не очень, разнообразных расцветок, шиповок, футзалок, старых, новых. И сегодня мы вам расскажем про одну из легендарных моделей компании Adidas. И это Adidas Kaiser 5. Эти бутсы изначально были сделаны для легендарного немецкого защитника Франца Бекенбауэра. Кайзер происходит от его прозвища на поле, а 5 его игровой номер. Верх данных бутс выполнен из превосходной телячьей кожи, но есть одна маленькая проблема у данного материала. Со времен Бекенбауэра они ведь выпускались так, и кожа со временем менялась. Ну вот, к примеру, вот у нас есть три модели, да? 2005 года, 2010 и 2016. У 2005 года, вот которую я сейчас держу в руках, очень приятная и мягкая кожа. У бутс 2010 года она стала еще мягче. Но почему-то у бутс 2016 года кожа очень дубовая и какая-то ненастоящая. Очень странно, почему нельзя было сделать сразу нормальную кожу и ее не менять со временем. Но это уже не наша проблема, а компании Adidas. Посадка остается такой же жесткой, как будто ты играешь в очень-очень старых бутсах. Разносить, конечно же, можно, но не за тренировку. Я думаю, вам месяц-два хватит для разноса. Амортизация. Да, амортизация. Такая же жесткая и неприятная стелька тут вообще не помогает, хоть она и очень мягкая и податливая. Но все равно на деле все не так гладко, как хотелось бы. Стельку нельзя высунуть, и я вам не советую ее высовывать. Да, это мой совет личный. Язычок тут прям огненный. Он сделан из кожи, он такой высокий, классный, из себя крутой. Но есть существенные минусы, которые мне очень не нравятся. Первое, это нет петли, через которую проходят шнурки. Тем самым язычок постоянно падает как-то вовнутрь бутс и не держится вместе со шнурками. А второе, это когда вы хотите загнуть язычок, тем самым закрыв часть шнуровки, у вас ничего не получится. Ну, точнее, получится, но всего лишь там на пару моментов. После там буквально 2-3 ускорений у вас язычок вернется в свое положение обратно, и вы ничего не сможете с этим поделать, хотя можете как-то наколхозить, приделать сюда резиночки, продеть через подошву, но зачем? Вам же это не нужно. Подошвы выполнены из высококачественного пластика и из 12 правильных круглых шипов. По сути, в данных бутсах можно играть на любом покрытии, хоть на искусственном, хоть на травяном. Дизайн. Adidas в свое время постарались и сделали очень классные бутсы. Ничего лишнего. Изящные линии. Очень классный дизайн, как по мне. Их хоть с костюмом надевай да на выпускной иди, и все девочки будут твои, нет? Ладно, окей. Недаром ведь их выбирают судьи. Но не чтобы выделяться на поле, а чтобы просто выглядеть красиво и показывать, как надо вообще выглядеть на футбольном поле. Спасибо, что посмотрели данное видео. Прошлое видео можно посмотреть вот тут. Поставьте лайк, расскажите друзьям, не поленитесь. Ваша поддержка для нас многое значит. Пишите, что думаете про данную модель. Всем хороших бутс.